В Санкт-Петербурге есть одно необычное место. Это арт-центр на Пушкинской, 10. Через небольшую арку и попадаете к такому зданию. В него входите и попадете во внутренний вот такой вот дворик. Это неофициальная достопримечательность Санкт-Петербурга и известна она под названием улица Джона Леннона. Ни на одной карте ее нет. Но тут чего только нет. Даже вот такой памятник Пушкину, точнее бюст. Смотрите, какой необычный. Тут он разные украшения, разные элементы. И подписано, где это и что это было сделано. Разные мемориальные доски. Но, конечно же, основная достопримечательность здесь – это Джон Леннон. И все связанное с ним. Но очень много самого разного здесь. Как таковой улицы здесь нет, но вот через разные арочки можно пройти во внутренние дворики. Ну, конечно же, Битлз. Шагающий знаменитой четверкой. Вот этот подземный переход. Бюсты тут. И желтая субмарина. Вот она. Все разукрашено. Вот, смотрите, какие разные украшения тут. Элементы. Очень популярное место. Сюда многие приходят, так как побыть в неформальной обстановке. Но если чуть дальше пройти во внутренние дворики, то там тоже много интересного. Разукрашенные стены, разные галереи, арт-объекты, музеи здесь. И все это среди вот таких двориков. Граффити разные, необычные. То есть тут такой своеобразный музей, посвященный неформальной деятельности Санкт-Петербурга. Со всеми вытекающимися отсюда данными. В общем, обязательно нужно это место посетить. И несмотря на то, что адрес Пушкинская, 10, вот вход в него с Лиговского проспекта. Это прям недалеко от Московского вокзала. Тут видите разные тоже музеи, арт-галереи, в которых местные художники размещаются. Все это разрисовано. Ну, табличек здесь много, все подписано. То есть здесь не заблудишься. А смотрите, какая груда камней лежит. Все это возле корпуса Б. Афиши разные. И вот эта груда камней. Смотрите, тут разные подписи. Например, вот уровень моря. И вот такая вот. А вот какой интересный этот объект. И здесь же рядом музей Коли Васина, главного создателя этой улицы Джона Леннона. То есть благодаря ему улица была создана в 98 году. Вот росписи разных посетителей. То есть будете в Санкт-Петербурге, обязательно зайдите, посетите это место, тем более посещение сюда, то есть вход абсолютно бесплатный. Главное найти вот эту вот арочку, через которую можем пройти и попасть вот в такой внутренний дворик.